Так, первое, что я вам хочу показать, это вот эту бочку. Она весьма такая, знаете, импозантная тоже, с обручами железными, деревянная на самом деле. Вот, и таких у меня теперь две. Ну, теперь пойдемте смотреть дальше. Вторым номером нашей программы это будет эта картина. Кстати, я вам говорил когда-то, что я хочу просыпаться и видеть горы. Мечта сбылась. Я повесил у изголовья, теперь я буду видеть горы. Отлично. Так, первым я хочу показать вот такие плетеные вещи. Это вообще такая новенькая прям. То есть это просто декорация была. Корзиночки. Даже вот такая есть кружечка. Смотрите. Теперь смотрим стекло. Пивной, рюмочка. Ну, сапожок такой интересный. Надеюсь, вам видно. Вот. Таких должно было быть у меня две. Почему одна? Странно. Их было там шесть, я взял всего две. То есть я не жадничал, не хапал. Ну, одна, значит, одна. Так, бокалы для вина. Хрустальные фужеры для шампанского. Вот. То есть, сколько предметов? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Вот так, 22 стекла. Отлично. Ну вот, взял немножко керамики, но ее много и не надо. Две кружечки, чашечки такие симпатичные, с блюдечками. Маленькую такую штучку-дрючку и пивные кружки. Ну, вот, к примеру, как вы думаете, сколько такая может кружка стоить? Она не меньше 25 евро будет стоить. Бабушки, не ходи. Ну, такие вот без особых надписей я взял. Ну вот единственное, чисто такая старинная кружечка тоже с открывашечкой, то есть в таком баварском стиле. Вот так, керамика. Кстати, вот забыл совсем, у меня еще один есть чудесный горшок такой, знаете, крестьянский, и к нему кружечка тоже керамический. Кстати, вот это сюрприз пакет, я просто его прихватил уже уходя, увидел какую-то ручку. Давайте посмотрим, что это такое вообще. Так, что здесь? Ага, странно. Ну, понятно. Это старая соковыжималка. Это давилка. Сюда, наверное, да? Да, вот сюда давилка. Вот это вот крутит. Ну, у меня скоро будет полно всего на огороде. Вот буду соки выжимать. Но вообще прикольная штука. Недаром прихватил. Ну, а раз у нас уже пошло дело о металле, ну, давайте сюда металл складывать. Что я металлическое ухватил. Так, теперь давайте глянем, что я с кухонной утвари уцепил. Ну, это мы уже видели. Такая поварёшка такая вся, знаете, интересная. По-моему, даже с клеймом. Похоже на шампур. Взял. Далее у меня нет открывашки такой. И она старая. То есть старая модель. Заточка для ножей. Вот такая штука, как вы думаете?
Сколько она может стоить? Она дорогая, ребята. Она дорогая и полезная вещь в доме. Так, потом дальше какой-то ковшичек. Вот это давилка, как сказали, картошки давилка. Но мне больше нравится просто ее форма такая, интересная такая, мощная давилка. Чеснок давить, но только в промышленном, наверное, размере. Так, и вот ножики. Один хороший, красивый, удобный очень, маленький нож. Второй уже видно, что он принадлежит, написано Зюдмессерфабрик, то есть Зюддойчланд-Мессерфабрик, Ростфрай. Ну, это я не знаю, но вот это, ребята, это Золинген. Это Золинген. Причем ручной работы. То, что я не помню, что тут на фабрике делали сердечки. Хотя раньше, может быть. То есть очень ценный ножик, кстати. Так, это посмотрели дальше. Так, ну настала пора металла. Во-первых, вот эта замечательная, брутальная такая штука. А там внизу свечка. И это что-то подогревает. Ребята, честно, я не знаю, что, но она очень брутальная. Очень декоративная такая. Поставить куда-нибудь. О, да. Так, малюсенькие кувшинчики из металла тоже. И ведерко. Вот тут хорошо маленькие цветочки фотографировать. Кофемолочка такая турецкая. То есть какие турецкие здесь имена. Маленькая кружка цинковая. Так, здесь тоже цин. Что-то пивное. Какой-то кусочек ухватила камушка. Что-то он лежал в тарелке. Думаю, да заберу его тоже, мало ли что пригодится. Кто знает, что это такое, может сказать. Далее. Такие цинковые подставки. Там под пиво или под что вы хотите. Да, скорее всего, под пиво. Красивые, декоративные, с орнаментом там внутри. Это деревенька. Вот. Далее. Кувшинчик, который в натюрмортах очень часто используется. Вот такой тоже. Причем целый. Цинк. Да. 95% цинка. Так. Это фляжка интересная. Смотрите, какая она. Такая вся. Старинная. Ну, это тоже что-то под пиво, потому что, видите, кнопочка-затыкалочка. Ну, и это такая. Просто взял так. Это, в общем-то, это термос. Большому счету. А вдруг мне надо термос? Холодный квас хранить или еще что. И вот это, в общем-то, цинковые ложки. Они служили для украшения. То есть это вешалось на стену. И туристы, когда покупали, тут города, гербы были. И каждого района была своя цинковая коллекция такая. То есть этим действительно увлекались. Так. Эмблема какая-то. Клеймо есть. Ну, отлично. То есть это я вам показал. Теперь подошло время дерева. Хочу вас познакомить с таким звоночком. То есть это вполне функционально. 50-х годов, я так подозреваю. Реле целое. То есть его вполне можно использовать. То есть это дорогая вещь. Это не порушенное, ничего, то есть все на месте, подключай и звони. За него коллекционеры дадут хорошую цену. Не знаю какую, но я думаю, начнется она, эта цена, ну где-то от 50 евро точно будет. А если в Америку, то и дороже. Так, вот кофемолочка, о которой я вам говорил, в очень хорошем состоянии,
Ну, где-то 50-х, конец 60-х. Вот там где-то, наверное. Потом две колодки я нашел. Старые такие, обувные. Но здесь, может быть, это не колодки, а для хранения обуви формы. Вот они. Так. Это я вам показывал, только вот теперь они на деревянной такой вот, так, на стену они вешаются. Вот так. Так. Кстати, гобеленчик прибрал небольшой. Так, так вот, и сейчас смотрите. Это же этот горн. Наддув в горн. Меха. Слышите? Так он целый, и он дышит. Я его для возьму для этого. Для гриля буду. Гриль буду дуть. А то я все чем-то там махаю. Вот тоже такой старенький. Но интересный. И рабочий, главное, в хорошем состоянии. Я такие встречал, но все порушенные. Поеты плесенью и так далее. Нет, этот нормальный. То есть, ну и теперь последнее. Можно было также разжиться и инструментом там. Но надо совесть иметь, в конце концов, правда. То я взял только то, что мне необходимо. То есть вот уровень, два напильника. Это коробочка для, кому нужно паять. Здесь куча олова и разных жала для паяльника. То есть очень много здесь всего чего, чтобы паять. Уголок мне пригодится, пару стамесок острых, хороших, тоже когда что-то строю. Напильник круглый, вот, какая-то коробочка симпатичная, репарьер, Кестхен, пневматик, то есть для пневматики что-то просто понравилось. И деревянный уголок, все. Это все, что я взял. Хотя, я говорю, там было очень много чего взять. Ну, я как бы уже и постеснялся. Итак, вы видите, сколько взял всего. И, наконец, последнее. Это вот хорошо сохранившееся 1993 года. Распечатана с оригинала точная копия «Unverendete Nachdrücke Ausgabe» 1888 года. Это история с Шлезией. С такими иллюстрациями интересно, просто интересно будет посмотреть. И шрифт готический, я его с трудом читаю, но в принципе постараться можно научиться, но зачем. То есть, видите, иллюстрации очень интересные, мне понравились. Этим книгам можно, конечно же, тоже найти какое-то применение. Ну вот и все, дорогие друзья. Первая поездка закончилась, видео будет длинным, наберитесь терпения, да. Если хотите принять участие во второй поездке, милости прошу, скажите только, я возьму с собой камеру, ну, поедем не так интересно, заберем старую дверь с окошком. На этом я с вами прощаюсь, уж очень кушать хочется.